мусор таскать, представляешь? Никита! Пока солнышко, надо гулять. Чё-то глина, да глина. Кстати, хочешь прикол? У меня сосед вот такие штуки горит. Какие? Вот эти вот. А он просто в лифте просто стоит и рассматривает, капец, чтоб мне дали. Где? Вот. Никита говорит, шалаш Ленина. Вот. Никита говорит, ты говоришь шалаш, а Никита говорит, Никита говорит Ленина. Шалаш Ленина. Ох, мангалчик. Фига тебе себе, сколько мангалов тут. Вот. Офигеть. Нам металлолом можно стащить. Вон там уже вантовый мост. О, да мы же почти что дошли, ребят. Да. Может даже да не до дома. До Москвы. А, я понял, шутку ты пошутил. Да было реально смешно, отстань. Да куда мы дошли? Я тебе попозже скажу. Ну, почти же до вантового моста, видишь, вантовый мост, вон там. А отсюда мы пьем. С этой речки. Это река? Да. Это Кольский залив, походу. Не, река Кола. Не, это Тулома. Читайте, что интересно, ребята. Вот это прикол.